Всем привет, друзья! С вами Малдер, у нас новая игрушка на прохождение. Платформер, черт побери, как я долго искал какой-нибудь годный платформер. Нашел, вроде бы, не знаю. Называется Gris, игрушка вышла практически... Когда она вышла? В том году, в самом конце прошлого года. Где-то в декабре 18-го. Чем привлекла? Я в нее поиграл буквально минут 5. Блин, тут такая рисовка потрясающая просто. Охренительно. Как-то в своем стиле все сделано. И музыка. Огонь. Просто огонь. Сейчас мы тут... Я, конечно, ни хрена не понял, в чем тут сюжет, в чем замут. Как-то очень интересно все сделано. Давайте вместе с вами, наверное, и разберемся. Я сейчас свою харю выключу, пока играет музыка в заставке. Вы должны ее услышать. Самое главное, посмотреть эту самую заставку. Увидимся чуть позже. Вот, в общем-то, я вернулся. Играть мы будем вот за эту вот девчулю. Я не знаю, что это такое. Человек, который это рисовал и придумал, был явно под какими-то препаратами. Я вот не знаю, куда идти, кстати. Что-то я подзабыл. Давайте направо, что ли, пойдем, как обычно. Как в большинстве платформеров. Что это была за заставка? Хрен его знает. Может, это какое-то воображение, подсознание кого-то. Не знаю. И мне очень захотелось это выяснить. В чем суть-то? В чем суть? Кстати, кнопки. У нас... Вот. Я нажимаю на... и у нас она падает. А почему? Ну нет, я нажимаю на Б, она тоже падает. Странно. Ну да ладно. Сейчас мы пойдем с вами. Тут я как в отзывах почитал в Стиме, очень-очень такие положительные они были по поводу этой игры. Что-то тут происходит. Плюс ко всему... Это птички или... Птички, наверное, летят. Да. Плюс ко всему, все прям в восторге от этого саундтрека к ней.
Ну, действительно так неплохо сделано. Все, я побежал. Сейчас я еще вам чуть дальше скажу, докуда я добежал в итоге. Прежде чем решил записать эту серию и вообще начать проходить ее. Ну, на самом деле, очень мало я поиграл. Прям в восторге каком-то был. Блин, такая рисовка интересная. Я тут ни в одной игре такой не видел. Вроде все бесцветное какое-то, но в то же время все так четко нарисовано. Все вот ее движения какие-то. Мне на гору... Да, мне на гору надо. На горку надо. Она не шутан. Сразу говорю. Что-то, нечто какого-то квеста, какие-то загадки нам предстоит разгадывать. Это все я прочитал в описании в Стиме. Но... Че это? Но сюжет специально не читал. Захотелось все... во всем разобраться самому. А здесь я могу пройти? Да, я здесь могу проходить. Особо-то тут даже... и разговоров-то никаких не будет, как я предполагаю. Очень похоже, между прочим, на кусок Белого дома. Вашингтонского, естественно. Поиграем в нее минут 30-40, а дальше уж видно будет. Но я думаю, все-таки стоит ее попроходить. Почему бы и нет? Меня очень интересует, что... Что вот это было в начале? Что это так за статус? Что это такое? Все! Кстати, вот до этой точки я дошел, и я дальше не играл. Что это за статуя была? Что за руки? Что за хренотень? Точка. Точка. Вот я тут попрыгал немного. Она вот за мной летает и ничего не делает, собственно говоря. Для чего она хрен его знает? Пойдемте-ка дальше. Мы с вами... побродим по этой местности, по этим развалинам. Не знаю, кому-то может показаться она скучноватой, как поначалу, кому-то неинтересной просто-напросто. Но я люблю платформеры. Я действительно искал очень давно. Нашел еще один, еще более потрясающий наверняка. Хотя, хрен его знает, опять же, сюжет не читал. Но по рисовке он поярче, конечно. Не буду говорить название, но скоро вы это все и сами узнаете. Такой у нас будет период небольшой платформеров тоже. А мне куда надо идти? Мне вот надо... А, я сюда могу заходить, точно. Еще одна точка. А с левой стороны тогда чего у нас? То есть у нас вокруг две уже точки летают. Хорошо, хорошо. Это что? Так, мне надо каким-то образом туда... переместиться. А, как, чё, а, погоди-ка, от меня точки эти отлетают. А зачем? Три. Три надо найти. Значит, это еще одна лежит. Хорошо, потому что там еще... Во! Там еще одна подмаргивала. А как мне наверх-то залезть? Эй! Погоди-ка. Подожди. Может, там что-то есть еще? А, еще у нас тут какая-то башня развалина. Где мы находимся? Не знаю. Только хотел сказать странную игруля, пока вот этого не увидел. А, блин, на него нельзя. О, какой маленький наш персонажик-то становится. А с моим орлиным зрением это не очень хорошо. Хотите сказать, я по ней хоть... Да, я по ней... А, так там и мост надо, значит, построить из этих точек. Вот мы с вами сейчас сделали подобие моста. Все, у нас три точки есть, и они не исчезают. То есть мы сейчас тут, наверное, переберемся, как я предполагаю. Да. Так и есть. Побежали дальше. Я, даже смысл вот пока мне непонятен. Что? Надо... Никаких заданий нет, никаких... никакого лайфбара нет, то есть... вообще неизвестно, для чего мы здесь. Руки вот мы видим. Мы видим руки
ногти обломанные. Пальцы, точнее, кисти. Вот. Это та самая кисть, на которой мы появились, что ли, проснулись, как я предполагаю. Возможно. Что такое с нами происходит? Что-то... Так, что-то произошло. Птички красненькие полетели. И небо покраснело. Красный цвет возвращен. Красный цвет возвращен. Может быть, нам какие-то все цвета надо найти, чтобы все тут раскрасилось? Я даже вот не знаю, что предположить-то здесь. Что-то как записки сумасшедшего. А может быть, мы с какого-то художника играем? Там типа... Который видит там свой мир по-своему. И мы находимся у него в мозгу, а? Почему бы и нет? Ладно. Я, может быть, после этой серии-то все-таки прочитаю, в чем тут суть-то. Потому что тоже так как-то играть-то немного непонятно во что. Не очень-то как бы... Не то, что неинтересно. Нет, это очень интересно. Хрен его знает. Любопытство, скорее всего, вверх надо мной возьмет. Все-таки прочту. Что такое? 4 звезды. Надо еще где-то, значит, одну найти. Это звезда, как я все-таки предполагаю, или какой-то сгусток энергии? Хорошо. А нам его надо найти, наверное, наверху. Там же показывалась она где-то рядом с небом. Стоп, а вон там что-то нарисовано еще. Внизу было. Ну ладно, хрен с ним. Туда мы не допрыгнем никак. Сюда мы тоже не допрыгнем никак, потому что... Поэтому надо идти, наверное, все-таки вот туда вниз. А сколько цветов тут надо собрать, интересно? Найти, точнее. Птички красненькие летают. Что-то там все... Покраснел и он на гриб. Их ёб... нормально все. Нормально все. Идем дальше. Покраснело все на горизонте. Ай-яй-яй-яй. Не, так, наверное, должно быть. Все-таки какая вот рисовка. Вроде бы вот ничего необычного, но все так классно сделано. А если мы цвета найдем еще какие-то, допустим? Смею предположить. Я могу прыгать? Могу прыгать даже. Будет еще круче. Еще красивее, как бы. Мне надо в какой-то момент, наверное, прыгнуть куда-то. Или мы так и будем, как лыжники. Не, а во-во-во. Трамплин. Эй, ты что не прыгаешь-то? Что-то не прыгнуло. Не знаю почему. Все, куда-то я при... Ну, хорошо то, что она не разбивается. Нет, нам туда нельзя. От падений. То есть, как бы, с любой высоты мы прыгаем, и ничего с нами не случается. Ну, наверное, она как-то платье, как парашют свое, использует. Здесь... Что у нас тут? А, туда я не могу. А, здесь лестница. Я что-то ее и не приметил. Текстурки такие сливаются. Непонятно, то ли лестница, то ли не лестница. Вот уже не я бегу, уже за меня бегут. Силуэт нашей мамзели. Мамзели. Грис. А, так это предисловие, что какое-то было. Грис. Что такое Грис? Или, может быть, кто это? Грис. Так, наверное, надо вниз прыгать. Мы сейчас, да, точно. А, ё, просто это как высоко-то.
Мы как раз этот камушек перепрыгнули. Да, она как-то так изящно прям приземляется. Я еще когда первый кадр вот увидел, когда вот уже можно было управлять нашей барышней, думал, ну что это что, игрушка что ли такая? Ну ничего себе игрушка. У него ноги, конечно, как-то так странновато с руками нарисованы, но ничего. Как-то в своем стиле, опять же. Какие-то пирамиды. Может, мы в Египте? Может, в этом мире все? Возможно. Это что-то типа мельницы, что ли? А, не, господи, мельница. Ветряк, наверное, какой-нибудь. Эй, а он закрутился. Это что? Это буря песчаная. Ну точно в Египте, там в пустыне. А что тут не видать ни пса? А, она то есть появилась и исчезла. Неплохо. Неплохо тут замучено. А если... Погоди-ка, а я в домушке же был, правильно? А если я... О, сейчас все, хана нам настанет, да? А, не, держится. Нам надо было, наверное, наверх вот туда вот пробежать. А мы можем залезть? Ну, подожди-ка. А, да, слушайте, на камни можем залезать. Тогда нам надо... Тут вот сейчас переждать, наверное, будет. Если... Блин, смотрите, там какие-то камушки ходят. Что это такое? Во! То ли камень, то ли какой-то зверек. Хрен пойми, что это такое. Непонятное. Ну да ладно. Вот, она кончается, короче. И надо бегом бежать. Может, там следующая домушка будет? А может, тупо бури не станет больше. Не станет больше появляться. Все, вон следующая, наверное, какая-нибудь домушка. Точно, точно, он же мельницы, блять, мельницы, ветряки крутятся. И мы с вами находим опять точку. Звезду. Давайте их звездами, наверное, называть, так будет понятнее. Потому что сейчас вон только что были 4 звездочки на небе. Или трили, или трили. Так, ну-ка, оп. Ну, 3 ярких. 3 ярких, а одна такая не очень яркая. Сейчас, да, он. Ну, бурю можно вычислить по этим ветрякам, когда она начинается. То есть они начинают крутиться. И бегом бежим вперед. Хоп. Не, конечно, было бы любопытно посмотреть вот именно в раскрашенном состоянии. Вот, что это такое? Кто это? Че? Стой. Я нажимаю Б, и у меня... Вон, еще одна точка, отлично. Я нажимаю Б, и она как-то... Что она делает, блядь, не пойму. А, она вздыхает, типа... Ну это ладно, вздыхать-то... Ты вздыхай сколько угодно, нам куда идти-то надо? Секунду. Тут тупик. Может быть, что-то нажать надо? Тупик или... Не-не-не. Наверняка что-нибудь с этими камнями связано. Эй. 3 штуки. Не, он еще маленький идет. Это батя. Мать и дети. А если мы, допустим... А что, допустим? Стоять. Подожди, не падай. А, погоди-ка, а там мост-то вот можно построить? Точно, там вон звездочки моргают. Сейчас мы мост-то построим быстренько. И перейдем, я так предполагаю, на другую платформу. Вот если мы здесь стоять будет, нас сдует. Вот, ну-ка, глянем. Вот тут вот нас сдует. Да, слушайте, сдувает. Ёпрзатэ, в самый низ упал. Практически. Но она держится. То есть ее дальше-то не сдувает, как бы это неплохо.
Может быть, стоит нам... давай, строй мост. Может, нам сюда вот стоит перейти? Я думаю, успеем. Нет, не успели. Ай, блин, сейчас откатится. Черт побери. Давай, давай. Как-нибудь зацепи... Ох ты, за самый край. За самый край зацепилась. Молодец, бабенка. А вот следующее укрытие, как бы. Ну, вон что-то там моргает, кстати. Ох ты ж, ёпта, блядь. А, смотри-ка, подожди, там... Мы таких же маленьких только видели. А чё в нем такое? Вот... Это точка? А как мне ее взять-то? Хоп. Что-то мы взяли. А, не, наверное, это все-таки точка. Он нас сюда даст. Очень странные игрули. Я не знаю даже, как объяснить, какие чувства они у меня... Она у меня вызывает. Ну, любопытство это точно. Первый раз в нечто подобное играю. И пока вот мне все как бы нравится. Конечно, вон точка, кстати. Конечно, пулеметов тут нету, но тут прелесть в другом. Как бы, наверное, какой-нибудь глубокий-глубокий сюжет. Подожди, а как мне ее взять? О, там сейчас, наверное, провалится все это. Нет, не проваливается. А что нам надо делать? А сейчас вот вздох не слышно, кстати, было. Че, не знаю, че, как нам ее брать-то? Эй-эй-эй! Нет, успели. Я подпрыгивать никак не могу. Может быть, какое-то умение надо взять? Двойной прыжок, там еще что-нибудь подобное. Не знаю, сейчас. А может, там еще одна будет? Или может, мы что-нибудь не взяли? Вот. Там, наверное, что-то было спрятано, а мы с вами это пропустили, как бы, да? Это чего? Ну хорош, буря, блин. Что такое? Мы куда-то под... Квадратик? Ух ты! Это что такое с нами случай? Что-что? Удерживайте. Удерживайте крестик. А, я понял! Я понял! Сейчас мы вспомним... Умение, короче, какое-то дали. То есть мы можем превращаться в камень. Сейчас мы там пол-то проломим. О, я и ходить так могу. Сейчас мы пол проламываем там и берем еще одну вот эту вот звездочку. Я надеюсь, это так работает. Ну-ка, си. Ну да. Вот. То есть прокачка персонажа еще у нас тут есть какая-то. И буря, кстати. Нет, буря есть. А нас, наверное, не сдует. Да, смотрите, не сдувает. То есть мы превращаемся в этот камень, как бы тяжелый достаточно. Нас ни буря не сдувает, и мы можем проламывать полы. Надо повнимательней вот это вот посмотреть. Смотреть, точнее, за землей, за полом. Ну-ка, стой-ка на... Ай-яй. А что такое? Она вроде начиналась. Ну-ка, стоять. Это у нее, интересно, так платье превращается? Что за дичь, так и хочется сказать, но нет. Надо выяснить, что за... А что такое? А, я ходить-то могу так ведь. Но, правда, очень медленно. Мне надо куда-нибудь доползти наверняка. Не, я обратно превращаться не буду, подождите. Нам надо сто пудов куда-то доползти. Сейчас потому, что меня отбросит назад... Вот. О,
Отбросить назад просто? Статуи пошли какие-то. Какие-то... статуи? Непонятные. Колокольчик. Слушайте, так еле-еле слышно. Ну-ка. А, во, нормально. Так. Ага, надо, наверное... Слушайте, их что-то тут очень много. Надо, наверное, сделать... колокол большой. Сделать так, чтобы все эти колокольчики сработали. Стой, подожди, там же пол-то у нас вроде бы проламывался или нет? А там кто такие ходили тогда? Во, точно, ну-ка. Не, я не могу его проломить, а почему... Ох ты ж, ёпарцы ты. Эй. То есть некоторые... некоторые полы еще и проламываются-то не с одного удара. И здесь вон тоже, кстати, трещина-то есть. Давайте тогда еще ниже, что ли, упадем. Это, может, секретик какой? Я не могу... Ух ты ж, ёпарасоте. Какие-то бабочки или это птички ли? Статуя. Статуи, статуи, статуи. Что-то тут надо, наверное, сделать. А что... А, погоди, тут уже все. Тут тупик. А что птички-то? Что это за хренотень? Нам тут что-то найти, наверное, надо. А как? А, может, разбить вот эти вот кувшины? Я у нее между ног пробежал. Будь мужиком. Нет, слушайте, надо что-то, наверное, в кувшине каком-нибудь найти. Давай попробуем. А, погоди. Стой, птичек стало больше. Птичек еще больше стало. Ну-ка, надо, наверное, их дохрена сделать. И точно? Это... Чего это? А, птицы меня наверх поднимут. Птицы меня подняли наверх. Но что-то мы там, наверное, пропустили по-любому. Хоп. Ой. Это что такое? Что-то там мы пропустили. Там ходил камень, только большой достаточно камень-то ходил. Я, честно сказать, не понимаю, куда я бегу. Наверное, сюда? Наверное, тут можно... А может, хотя, можно было тут проходить и там, и там. Может, в нескольких направлениях-то надо бежать. Эх ты! А я думал, туда можно залезть-то. Оп, подожди, вот сюда можно. А дальше. А, меня, смотрите-ка, меня на мельнице на этой подняло наверх. Понятно. Вот уже какие-то такие небольшие загадочки-то начались. Фу, пол автоматический. Хорошо. А, ну здесь он просто раскладывается. А он складывается обратно, что ли, или чего ли? Хер его знает. Особо-то как бы неинтересно. Нам надо понять другу... А здесь? Нет, здесь ничего не происходит. Пол тут крепкий. Это что за скульптура? А я могу ее разбить? А зачем я это делаю? Или может только просто... Или просто приколюха какая-то? Вот! Камень ходит, да, у нас? Мы на него запрыгиваем и запрыгиваем сюда. А дальше. Что это такое, блядь? Что это за хрень? А, вон там звезды, кстати. Что? А, веса не хватает. Ну, подожди-ка. Точно.
Точно, какой-то механизм мы с вами запустили. И нам надо... У меня... Так, сколько у меня звезд-то? Две, да? Да, две звезды. Опа, мостик построили, отлично. Сюда можем и пройти. Но они забираются, эти звезды. Значит, мы действительно их можем несколько раз использовать. Вопрос еще такой. А, вон, цветок, блин. Хотел спросить, а сохранение тут вообще есть или нет? Вон, было там. Сохраняшка. Ой-ой-ой, что-то я не то тут, наверное, наделал. Или все нормально? Не, нормально все. Туда я не могу, никак не залезть. А, так все правильно я сделал. Блядь, здорово, ты что только не сделаешь. Вон, вон одна точка. Вот точка у нас есть. Три точки. А там надо было сколько собрать? Ну-ка, давай поправим. Просто я думал, сейчас упаду. А там сколько-то надо было их собрать? Не четыре ли? Тут что у нас? Тоже какая-то мельница непонятная. Старая мельница крутится, вертится. А, вон еще одна, подожди. Блин, упаду. Тут камень. Я думал, сейчас упаду. Сейчас вот на следующий поедем. Вот. Отличненько. И мы взяли еще одну. То есть у нас их уже до хрена просто. Сколько? Четыре штуки, да? По идее. Не видно ни хрена. Сейчас мы обратно вернем. Ну да, да, сейчас мы построим мостик. И вон там еще один. И все у нас будет хорошо. Эх ты, упал. Правда, непонятно. Тут вроде их три звезды. А у меня их сколько? Или у меня их три есть? Что-то как ты хрен поймешь, как они тратятся, вот это пока мне непонятно. Но все мы выясним. Все мы выясним в процессе. Колокольчики. Здесь никак я не запрыгну наверх. Тут у нас... Тупик. Тупик — это хрен бы с ним. Главное, вот в эту сторону еще можно. Птицы. Опять же, можно идти. Что я тут разрушаю? Вот эти вот. Я даже не знаю, как это назвать. Камешки с палочками какие-то. А, подожди, башню-то. Ох ты! Ну-ка. Сейчас мы тут ее. Подожди, а тут тогда что у нас? А тут ничего у нас. Стоп. Сейчас надо тут что-нибудь собрать опять же, или нет? Нет, нам надо тупо сюда идти. Да, действительно. Действительно, тогда пойдемте. Раз. Надо смотреть нам за сохраняшкой. А то серию-то скоро бы как бы заканчивать пора. Такая же дичь у нас тут примерно, да? А, тут две. Тут две. Не, надо прямо посередине, наверное. Во, ну-ка. Все. Не, ну секретики, конечно, пока что очень простые. Тут их секретиками ты это не назовешь. Просто какие-то небольшие загадочки. Куда нам надо? Опять в левую сторону? Ах ты, блин, тут площадочка есть. Опять в левую сторону? Пойдемте. Как и на прошлой загадке. Здесь у нас чего? Здесь у нас... Чего-то. Опять птицы полетели. Это... Что такое? Момент. А нам надо что-то сделать с ним? А, вон там точка, смотри-ка, там точка он лежит, а я что-то ее только сейчас заметил. Ах, правильно, хрен она белая. А как нам ее взять? Это шар воздушный. Так надо его, наверное, цепить как-то. Или чего с ним надо сделать? Пока что непонятно.
вот этот момент. А если в самый низ я плюхнусь? А, все, точно, гляди-ка. Тут у нас камень разрушаемый. Это балласт, типа, был. Спокуха. А, эй, блин, а я не успею взять-то. Эй, подожди. А, во-во, сейчас, подожди, сейчас возьмем. Сейчас возьмем эту хрень. Надо будет потом успеть. Налево там еще есть дорога. Там перепрыгнем. Так, взяли, надо его пониже опустить, правильно? Иначе я не успею. Сейчас мы в самый низ опустим его. И запрыгнем на ту платформу, на верхнюю. Ну, погнали. Главное успеть. Главное нигде не закосячил. Блять, закосячил. Сука. Не-не, успеем, успеем, успеем. Я это чувствую. Не успели. Я хреново. Хреново у меня с чувствительностью сегодня. Хреновенько. Ну да ладно. Сейчас мы обязательно туда попадем. Стоп, стоп. Надо прям на самый край тогда мы сейчас сюда вот встанем. И побежали. Бежим! Закосячил вот на одном месте, и все. Во, отлично. Вот сюда надо, наверное, пройти, правильно? А погоди, он тоже разрушается. А зачем? А, мост из осколков. А, ты гляди, тут еще точка есть. Сохраняшка, кстати, прошла. Сохраняшка-то сохраняшка прошла. Давайте-то на сегодня остановимся. Ну, очень любопытная игрушка, вот как по мне. Не знаю уж, как вам, понравится или нет. Я думаю, все-таки ее стоит пройти. Хотя бы для того, чтобы разгадать, в чем тут весь замут, так сказать. Все, с вами был Малдер. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Встреч, блять. Встреч и всем пока.